И кто тебе сказал, что ты сможешь сбежать из этой школы? У тебя ничего не выйдет! Рита, в прошлый раз мы с тобой как-то неудачно пришли в школу. Да, пришлось убежать. Рита, а знаешь, что еще тебе расскажу? Что? Мы с Аришкой тоже очень неудачно пришли в школу. Нам тоже пришлось сбежать. Но у меня есть хорошая новость. Какая? Мы пришли снова в школу. Я думаю, что эта школа будет хорошая. Да. Только меня что-то мучает подозрение. Кто-то сбоку стоит. Кто? Посмотрим? Да. Так, аккуратненько. Аккуратненько поворачиваемся. А! Смотри, Балди! Слушай, это твой классный руководитель будет? Нет. Да, а? Твой классный руководитель. Да, я буду учить вас танцевать на уроках. Рита, ты готова учиться танцам на уроках? Да. Да? Балди, а как насчет математики русского языка? Да, мы начнем уроки математики и русского языка, а потом будем снова танцевать. Походу, в этой школе, кроме знаний, как нужно танцевать, вы не получите никаких других знаний. Ты не будешь уметь писать, уметь считать. Ты будешь только вот так вот забавно танцевать. Эх, Рита, Рита, эта школа нам с тобой не подходит. Пойдем домой. Все, все, ребята, все, пока, мы пошли домой. Давай, Рита, поворачиваем и... Смотри, выхода-то нету. Ой. Ёлки-палки. Опять побег со школы. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем привет. Вы на канале. Папа и Дочки. Все, мы отправляемся из этой школы. Ну, вроде никак, ничего страшного. Балди там улыбается и пляшет. Так. Поэтому мы просто убежим. Кстати, так. Пап, ты заметил сзади сода? Да, сода какая-то стоит. И у нас, кстати, есть баночка. Давай выпьем. Давай выпьем баночку соды. Да. Давай. Сейчас посмотрим, как он идет. Давай. Соду. О, классно. Ага. Кто хочет тоже, кто бы тоже хотел выпить соды. Давай, Маргарита, перепрыгиваем и сохраняемся. Отлично. Кабиночки. Кабиночки, да. Возьми свою форму. Да, форму. Так. Так, закрыли. Не отдают. А то что это за дверка? А, это выход. Тоже закрыт, да. Ладно. О, по Балди будем прыгать. Ха-ха-ха, Балди, ну-ну-ну. Давай на него наступай. Значит, и побежали. Он смешной такой, видите его лицо? Ой, он грустный, ты на него наступила, он стал грустным. Ты быстрее то за ногу схватит, убегай скорее, Маргариточка. Давай, перепрыгиваем. Опа. И к чекпоинту, скорее. Ох, молодец. Наконец-то. Так. Помнишь обнимашечки? Стой, аккуратненько. О, действительно, смотри, это же Аришка, помнишь, у нее глаза торчали, и она учебник читала вот так вот, ребята, прям глазами в учебник воткнулась. Кстати, и тут сейчас глаза именно такие. Да, глаза именно такие, давай, проходи. Да, прохожу. Все, ты упала, обнимашка тебя толкнула, давай еще раз попробуй. Давай. Только надо перепрыгивать, мне кажется, давай перепрыгивай. О, с нами Даша, подписчица. Молодец, перепрыгнула еще разочек. Наверное, он толкает. Я думала, это не обнимашки. Давай, перепрыгивай. Раз, два. Итак, следующее препятствие. Что? О, по автоматам с содой. Да. Так, давай выпьем соды. Вот. Выпили. И теперь, наполнившись силами, отправляемся дальше. Побежали. Раз. Это помните, ребята, то, что мы видели? В начале. Да. В начале, да, стоял автомат, а тут они вообще валяются, их много. Ага. Девочки со скакалками. Да, о, не выход. Да, кстати, переменки. Да, переменочки, давай, это прыгай. Это скакалка. Playtime. Кстати, ребята, нам написали в комментариях, что это Playtime, что это переменка. Всем спасибо, кто так написал. Побежали дальше. Ты отлично прыгаешь на скакалке. Ты, видимо, во дворе тренируешься. Да. Молодец. Ура! Дальше. О, рука! Да, на лужи не стоит наступать. И вообще лучше, мне кажется, перепрыгивать. Вдруг в кляксу врежешься, нет? Да, вот так бац. И ба. Ну, молодец, прошла. А теперь парты. Видимо, никто не хочет здесь учиться. Побросал парты вот туда, вот в этот... Что это такое? Кислота или что это? Пол, короче, вредный. Давай перепрыгивай. Вредный пол. Вредный пол, да, он разбирает тебя на части. Раз. Вредный. Молодец. О, так, а что это? Двери. Ребята, двери валяются. Это эксит. Экситы. Пошли, давай, выходи. Много экситов. Выходи. Не получается? А если попрыгать? Она откроется, и ты провалишься. Лучше не прыгать. Да. Давай, перескакиваем. Раз, и...
Чекпоинт есть. О, знаменитая, ребята, линейка Балди. Да. Тут целых много линейк. Ладно, возьми себе одну штучку. Так, не хочу. Не хочешь? Не хочу. Ты думаешь, ну ты бы ходила так шлеп, шлеп, шлеп батарейкой. Линейкой не хочешь? Батарейкой. Аккуратненько. И... Подожар. Ты за ней? Да. Рита очень аккуратно крадется. Она такой чик-чик-чик-чик по чуть-чуть, чтобы боится задеть линейку. Вдруг она ее шлепнет. И чекпоинт! Давай, молодец! Так, а это что у нас? Это двери в классы. Двери в классы, да? Их разобрали классы и сюда пошли. Отлично. Так. Лучше тоже не прыгать, а то вдруг провалишься. Давай попробуем. Когда она откроется. Не-не-не. Давай перепрыгивай, сохраняйся. И синие двери. Да, вот, вот, выходные двери из этой куда-то там. В общем, перепрыгивай. Раз. Два и три, четыре двери. Всего четыре двери перепрыгнуть, и мы практически спасены. Нет, не спасены. А что дальше? Шоколадки! Шоколадки? Они же тоже, да, в игре Балди? Да. А для чего они нужны? Чтобы набирать сил. Силы? Ага, понятно. Ну, набирай силы. Набирай. Ну, что ты ногами по шоколаду топчешь? Падай и вгрызись. Нет? Так, о, дальше что? Газеты. Газетки, учебнички. Или что это объясняющее? О, про Балди написано. Это какой-то учитель, что ли? Неизвестно, да, разыскивается. А дальше? Балди, учитель математики, который шлепает детей, плохо учащихся линейкой. Так, понятно. Давай дальше. А вот это что? Так, метла. Когда в классе грязно, нужно подмести. Отличная новость. Дальше. Да. Так. И рука с глазками, которая хватает детей. Просто так, побежали дальше. Так, сохранилось. Вот смотри, кто-то пытается... В стенку. Нет, здесь прыгать. Проходов нет, давай туда. Да, интересно. Это монетки, которые в Балди. Ты же видел монетки? Нет. Я их брала зачем-то, но зачем они? Просто так монетки? Ну ладно, поскочим по монеткам, пошли. Да. О, я это, дальше, наверное, знаю, что будет. Так, сохраняйся. О, и это же... Учебные материалы. Да. Когда вы берете, надо будет решать примеры. Надеюсь, сейчас не надо будет на каждом решать пример. Давай. Они дырки. Бумс, все нормально. О, давай, смотри, перепрыгивай. Это стекло. Да, они фальшивые. Перепрыгивай. Отлично, у тебя получилось. Теперь туда. Раз, два, три. Молодец, ты перепрыгнула. А что дальше? По этим пятнышкам, которые... Пятна? Сейчас хорошо. Так, хорошо. Сохранилось? Да. Ага. Раз, перепрыгнула. Два, перепрыгнула. Ты что тут делаешь? Соду пьет. Три, перепрыгнула. Четыре перепрыгнула. Нет. Пять. Пять перепрыгнула. Шесть. Чекпоинт. Мне кажется, Рита чуть-чуть осталась. Давай. Последнее усилие. И это что такое? Это что такое? Глобусы, глобусы. Давай. А, да. Прыгаем, посмотрим, куда ты сейчас приземлишься. О, в Африку приземлилась. Дальше. О, в Европу. В Арктику, ладно. В Австралию. В Европу. И в Азию. Давай, давай. И это... перепрыгивай. Чикс, сохраняйся и стой. Ребята, вот здесь мы сделаем задание. Да. Мы остановим сейчас игру и сделаем задание. Значит, задание сегодня образовательное. Напишите все континенты, которые есть на нашей планете Земля. Все, пишите в комментариях. Первые попадут в следующую серию. Все, кто напишет, получат сердечко от канала. Так, а если вы не знаете, какие же у нас континенты есть... Спросите у родителей, или если умеете пользоваться интернетом, посмотрите в интернете. Да. То есть подсказками пользоваться можно легко, все. Участвуйте, ребята. Да. Первые попадут в следующее видео, все получат сердечко от канала. Следующее у нас испытание. Это шоколадки. Нет, магнитофоны. Это магнитофоны, где кассеты включаются. А, да, там есть. Бла-б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 ла, говорят. Вот, давай до чекпоинта, сохраняйся. И все, так, стой. Стой, конечно, сохранись. И теперь я побегаю. Все, я уже устал смотреть, как Рита бегает. Все, я сейчас покажу, как надо бегать. Побежали. И это... Тетради. Тетради. Карандаш. Есть. Отлично. Раз, два, три. И сохраняемся. Дальше какие-то ножницы. Есть, прикольно. Ты так быстро? Быстренько сохраняемся. И что тут? Доски, учебные доски, отлично. О, давай посмотрим, что тут написано. На досках. Так, тут написано.
Так, М, ад равно море плюс брам-брам. Короче, какая-то ерунда написана. Бады, приветики, привет, дай 5. Он не был не рад. Так, ладно, побежали аккуратненько сюда, сюда, между балдиками, бежим, бежим, бежим. Есть, проскочили. Это о, директор, привет. Не бегать по дай палец. Не дал тоже. Побежали дальше. Он всегда говорит, не бегать по коридорам, время наказания. Да, ну. Замочки? Замочки, да. По замочкам прыгаем, ребята. Кстати, в новом балде... В каком? Там, где он сначала веселый, потом грустный становится, ну, злой, да, получается. Там есть замочки, можно блокировать двери, но на время. А, на время блокировать. Когда от балди? От балди? Да. А, это прикольно. Защита. В курсе мы прошли. Да. Ребята, мы сбежали из школы! Нас ждет автобус! Да. Все, поехали домой, наконец-то! Фух! Да. Мы попали в лес. И тут учитель стоит балди. И кто тебе сказал, что ты сможешь сбежать из этой школы? У тебя ничего не выйдет! Мне эта ситуация не очень нравится. Мы вроде бы сбежали, но почему-то мы в лес попали. Ладно, надеюсь, автобус в этот раз отвезет нас домой. Опять сюда привез. Да. Давай посмотрим, что за 2D. 2D. О, тут можно переодеваться, можно стать рукой. 2D. Ребята, надо волосы убрать, вон там есть. Где? Cat Remover. Вот это? Да. Нет, вот, штучка синенькая. Синенькая, ага, убрать волосы, отлично. Так, все, я подстригся, ребята, я лысый теперь. Смотри, смотрите, ребята, я сейчас покажу вам фокус-покус. Вот я становлюсь балди, да, смотрите. И я могу по стенке ползти. Вот так я ползу по стенке. Оп. Прикольно, да? Смотри, ползу по стенке, меня не видно. Да, кстати. Я плоский балди, вот. Да, он плоский. Сейчас показываю фокус. Нет, балди, да? Никто не видит балди. Раз, два, три, есть балди. Нету балди. И опять раз, два, три, есть балди. А, привет, привет. Ну, в общем, так себе фокус, я бы сказал. Ладно, пошли. Мы сбежать не можем, поэтому... О, зато мы замаскировались под балди. Да, мы теперь типа тоже балди. Интересно, сейчас придут кто-нибудь узнает, что это мы. А, девочка со скакалкой. Не узнала. Переменка, привет. Отлично. Так, Маргарита, давай все-таки потанцуем. А да. То, что мы дошли, дойти-то дошли, а... в общем, не потанцевали. Кстати, да. Смотрите, ребята, к нам присоединился мистер Влад. О, хотел про него кое-что сказать. Этот человек, этот наш подписчик, он помог нам в питомцах. Он подарил мне крутого питомца. Скоро с Ритой выйдет видео, и я обязательно его покажу. Ну, а мы танцуем бе-бе-бе. Победители прошлого видео! Ребята, на картинке те, кто в прошлой серии первыми неправильно ответил на задание. Как всегда. Молодцы, ребята, за то, что участвуете, за то, что отвечаете первыми, за то, что вообще отвечаете. Кто не успел, тот получил сердечко от канала. Все, ребята, участвуйте. В третий раз я неудачно отвел своего ребенка в школу. А буквально скоро 1 сентября, и мы все-таки отведем Маргариту в третий класс. Аришка у нас поступает в первый класс. Ну а вы сегодня были с нами на канале Папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и дочка Рита. Подпишитесь на канал, поставьте пальчик вверх. Кстати, с нами всегда интересно. Да. Хорошие денечки. С каналом Папа и дочки. Всем пока!